Лозунг «Казачество за веру, честь и отечество». На Десногорском пляже в третий раз собрались казаки из Ярославля, Нижнего Новгорода, Орла, Тулы, Брянска, Рославля, Ельни и Десногорска. Открытие Казарлы началось службой протоиерея Виталия. Он благословил казаков на удачное состязание. Поздравить казаков с праздником пришли исполняющие обязанности главы города Александр Новиков, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, генеральный директор акционерного общества «Смоленская АЭС-сервис» Эдуард Синовоз. Казарла прежде всего это спортивное состязание. Увлечение – это действительно настоящий спорт. Показательные выступления сопровождались овациями зрителей и кличем «Люба». В этом замечательном празднике, который мы проводим второй год уже на территории нашего города, участвует много-много людей. Да? Это в первую очередь само казачество, которому огромное спасибо за то, что они сорганизовались в нашем городе, что они развивают в нашем городе вот эту культуру, к этому подтаскивают наших детей. Вот. И помогает им не только администрация, помогает им Смоленская атомная станция, помогает им АО «Атомтранс» и многие-многие другие предприниматели, предприятия нашего города. Спортивные состязания развернулись на территории пляжа. Казаки демонстрировали умение владеть шашкой в различных ситуациях. География казачества год от года расширяется. Десногорцы уверены, что в следующем году к нам приедет Владивосток.